Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о том, чем вы сейчас занимаетесь. Я сейчас одеваю доску таким образом. Мне нужно здесь закрепить и затянуть, чтобы я не вывалилась из этих ботинков. Да пацаны, у тебя откуда струя воды вылетает? От страха? Кажется, это из ботинка. Да, конечно, из ботинка. Это реактивная тяга, я все понимаю. Вот он твой секрет. Всем привет, с вами Настя Фроликова, и сегодня я буду кататься на вейкборде. Что, готова? Да. Сейчас я думаю, как лучше стоит затянуть, чтобы я не валивалась из них. Настя, я тут. На ультразвук не переходи. Так. Готово? Да. Прям ниже все толпы встали. И толчок. Ноги надо согнуть так. Туда, прям, вперед. Аккуратно так. Так, ладно, давай, сюда дойти, и давай, сюда. Тут остался душой. Знаете, такие волны, да? Аккуратно так.
же прыгать будет, да? Так же прыгать наверх? Кадр-то какой? Спасибо, Мир. Ради кадра-то. Настя, не пожертвуешь своей жизнью ради кадра? Я в Инстаграм выставлю, Настя. Да, Настя, в Инстаграм выставим. Улыбаемся и Маша. Шлем отдай человеку. Ножки, ножки не ходят, ручки не ходят. Надо просто резким рывком отобрать и все. С волосами. Настя, быстренько поделись своими впечатлениями. Надежи. Я себе стерла руку. Да, вот покажи себе руку. Все. Я покаталась нормально так. Сейчас я учусь прыгать уже. И, ну, вроде как что-то начинает получаться. Но пока что не очень все равно. Ну, надеюсь, будет результат. Все будет намного лучше. Как-то так. У тебя откуда струя воды вылетает? От страха? Кажется, ты из Насте... ботинка? Да, конечно, из ботинка. Это реактивная тяга, я все понимаю. Вот, вот он твой секрет. Вот мы открыли твой секрет. Реактивная тяга. Все, Настя, с тобой понятно. Это объясняет многое. Главное не бояться, да? Тяга будет, главное не бояться. Сейчас я только что вылезла из воды, училась делать прыжок, пока что получается так себе, но в будущем будет намного лучше. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и пишите свои мнения в комментариях. С вами была Настя Фроликова, пока-пока!